Дмитрий Саморуков досрочно стал чемпионом России по дрэг-рейсингу по окончании третьего этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Таким образом, в этой дисциплине Дмитрий стал уже пятикратным обладателем чемпионства. Для фанатов дрэга уточним, что Саморуков выхватил титул, опередив других участников класса 6,8 секунды. В финальном заезде он объехал Романа Семушкина, проскочив четверть мили на 0,2 секунды быстрее своего соперника. Третьим стал Евгений Трухин. В заездах 7,6 секунды победа досталась Олегу Крохину, который на Nissan GT-R на полсекунды объехал Сергея Аганезова на BMW M3. Третье место разыграли между собой любимцы публики Дмитрий Капустин и Алексей Муленко. Притом победителем вышел Капустин. В полуфинальном заезде категории 8,6 секунды встретились Николай Акимов и Эдуард Манасян. Однако Николай уступил на дистанции, а затем проиграл борьбу за третье место, так как его Honda Civic оказалась заметно медленнее Nissan Михаила Сомова. Класс 9,6 секунды порадовал победой Ильи Криксунова, который много лет был известен зрителям как главный человек на старте. Именно он запускал стартовый светофор. Далее на подиуме расположились Юрий Абрамов и Мария Юмаева. Следующий финальный этап чемпионата по дрэг-рейсингу будет выездным. В начале октября заезды состоятся на автодроме «Крепость Грозная». А затем любители сразиться на квотере ждет как минимум полугодовой перерыв. Сразу после окончания Гран-при России Формулы-1 промоутер этапа компании «Росгонки» начала продажу билетов на следующий год. Так, по акции «Ранние продажи» болельщики смогут приобрести билеты на этап 2021 года по минимальным ценам. Скажем, самый доступный вариант сейчас стоит всего 2990 рублей. А чтобы попасть на главную трибуну, достаточно заплатить 11 990 рублей. Разумеется, количество билетов по минимальной цене ограничено. Их продажа закончится сразу после того, как будет выбран соответствующий лимит, но не позднее 18 октября. Затем стоимость проходок изменится. Например, для зоны свободного размещения она вырастет на 500 рублей. А дальше билеты на главное автоспортивное событие года будут только дорожать. Как говорится, успейте купить!